В Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского университета состоялся семинар, посвященный антикоррупции. Смотрим. Коррупция продолжает оставаться серьезной проблемой развития общества. Для противодействия этому явлению в высших учебных заведениях ведется работа в виде антикоррупционного образования обучающихся, в том числе через деятельность студенческих антикоррупционных комиссий. На сегодняшний день получили 17 постов с общим охватом более 3000 человек и просмотров. Кроме того, были проведены интерактивные политические встречи, «Честный Татарстан» и различные другие мероприятия. Еще одной частью организации системы антикоррупционного образования в ВУЗе является изменение роли обучающихся, а именно из пассивного субъекта он должен стать субъектом активным. Целью обсуждения было повышение эффективности мер по профилактике коррупции. Семинар-совещание прошел с участием проректоров вузов, курирующих профилактику коррупции, а также руководителей студенческих антикоррупционных комиссий. Елизавета Никитина, Фарид Захитадлы, Универньюз.